Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Вечером Керем Бюрсин сидел на террасе своего дома на берегу Босфора и был поглощен видом, украшенным огнями Стамбула. Внутри него было огромное чувство пустоты и неуверенности. Чувства, которые он испытывал к Ханде Эрчел, давно уже не были для него секретом. Однако отношения Ханде с Хаканом Сабанджи начали напрягать надежду и терпение в сердце Керема. Он взял телефон и некоторое время просматривал аккаунты Ханде в социальных сетях. Счастливые фотографии Ханде и ее посты с Хаканом еще больше усилили смешанные чувства Керема. Затем пришло сообщение. Сообщение было от Ханде. Керем на мгновение возбудился и тут же открыл сообщение. «Керем, я хочу поговорить с тобой кое-что важное. Вы свободны завтра вечером?» Ханде написал. Керем почувствовал, как его сердце ускорилось, когда он прочитал сообщение. «Конечно, Ханде. Давай встретимся завтра вечером», — ответил он. В ту ночь он не мог заснуть. Он с нетерпением ждал, что скажет Ханде. На следующий вечер Керем и Ханде встретились в небольшом кафе в тихом уголке города. Ханде была, как всегда, элегантна и красива, но по выражению ее лица было понятно, что ей хочется поговорить о чем-то серьезном. Керем, не сумев скрыть нетерпение, произнес: «Ханде, спасибо за организацию этой встречи. Ты знаешь, что я чувствовал к тебе уже долгое время. Мы уже прошли век свиданий, теперь я еще больше жду твоего решения». Ханде глубоко вздохнула и посмотрела на Керема. «Керем, ты очень ценен для меня. Наша дружба и товарищество всегда были особенными. Но сейчас мое сердце принадлежит Хакану. Я счастлив с ним и хочу дать этим отношениям шанс», — сказал он. Керем покачал головой, пытаясь переварить слова Ханде. Несмотря на то, что он был большим разочарованием, счастье Ханде было для него важнее всего остального. «Я понимаю, Ханде. Ваше счастье для меня важнее всего. Я уважаю ваше решение и желаю вам всего наилучшего», — сказал он. Ханде с благодарностью улыбнулась зрелости Керема. «Спасибо, Керем. Наша с тобой дружба всегда очень ценна для меня. Надеюсь, мы сможем это сохранить», — сказал он. Керем немного расслабился после слов Ханде и улыбнулся с надеждой, что их дружба продолжится. Они оба закончили тот вечер со сложными эмоциями, но также с уважением и любовью, которые они испытывали друг к другу. Той ночью Керем принял решение Ханде, вернувшись домой. В этот новый период своей жизни он был полон решимости идти своим путем и сохранить дружбу с Ханде. Что бы ни принесло будущее, Ханде всегда останется для Керема особенным местом. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.